Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Федеральная налоговая служба напоминает, до 1 декабря автовладельцы обязаны оплатить транспортный налог за 2016 год. Если соответствующее уведомление до сих пор гражданину не поступило, то он срочно должен обратиться в налоговый орган по месту жительства. Еще один вариант – заглянуть в личный кабинет на сайте ведомства. Для входа в него необходим ИНН. Трасса 101. Оптовые цены на бензин в нашей стране выросли до рекордных значений. Тонна 92-го стоит сейчас почти 43 тысячи рублей. Как сообщает «Коммерсант», это связано с неполадками на московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти», которые привели к резкому снижению объемов выпускаемого горючего. Плюс, по словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, надо учитывать рост мировых цен на нефть, инфляцию и увеличение акцизов. Вывод из всего этого только один – бензин в рознице будет дорожать и дальше. Трасса 101. Транспортный налог для гибридных авто и электрокаров может быть отменен со следующего года. Соответствующий законопроект правительство России внесло в Госдуму. В случае его принятия владельцы вышеупомянутых транспортных средств будут освобождены от налога на 5 лет. Инициативу, кстати, некоторые парламентарии приняли в штыки. Так, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Марков заявил, что транспортный налог рассчитывается исходя из числа лошадиных сил, которых у электромобилей нет. Трасса 101. Начались продажи кроссовой версии Kia Rio, Rio X-Line. Минимальный ценник машины – 774 900 рублей. Максимальный – 1 024 900 рублей. От седана она отличается увеличенным до 17 сантиметров дорожным просветом и измененными настройками подвески. Вдобавок декоративные накладки на бамперах, молдинги, защитные расширители колесных арок и рейлинги на крыше. Моторы бензиновые, 100-сильный объемом 1,4 литра и объем 1,6, мощностью 123 лошади. Коробка, механика либо автомат. Компания Ford тестирует устройство, помогающее водителям не уснуть за рулем. Это не что иное, как бейсболка, в которую встроены датчики, фиксирующие движение головы водителя. Аксессуар анализирует эту информацию и, поняв, что шофер вот-вот отключится, начинает вибрировать и подавать световые и звуковые сигналы. Испытание антисонной кепки, говорят американцы, проходит удачно. Правда, о ее серийном производстве речи не идет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.